Здравствуйте всем. Сегодня на обзоре у нас Ford Focus 2 рестайлинг. Автомобиль приехал на чип-тюнинг под нормы токсичности Евро 2. Ну, соответственно, мы легкий тюнинг, наверное, тоже сделаем. Либо эконом, в зависимости от того, что захочет сейчас клиент. Значит, сейчас было считывание заводской прошивки, дабы обезопасить себя при переносе вид блока, чтобы не было серьезных каких-то у нас проблем. Так, сохраним все на рабочий стол. Все как обычно. Так, прошивка у нас контрольная, сумма корректность, все, смотрим, вот она наша программа. Так, сейчас зальем обратно программу уже, соответственно, после калибровки. Продолжаем наше видео, значит, контрольная сумма у нас корректная. Внимание, область программирования данного модуля содержит уникальные данные, это вид блок. Не забудьте предварительно сделать резервную копию чтения, сделали мы это, включите зажигание, включено. Программа идет от Леши у нас, ледокол. Более такая все-таки острая программа. Человек захотел, чтобы динамика разгона была все-таки поинтересней. Вот, смотрите. Чтение, перенос, вид блока. Те, кто в теме, тот поймет. Ну, продолжаем наше видео. Буквально осталось совсем недолго. Так, ждем еще некоторое время. Так, теперь нужно выключить зажигание. Выключи зажигание. Включи зажигание. Машина на парковке. Заводи. Заводи. Так, читаем ошибки. Иногда остаются ошибки. Если остаются, можно их стереть. Так, делаем идентификацию также. Нажми пару раз газ. Посмотри, как набирает обороты. Нажми. Хорош. Глуши. Все, автомобиль у нас готов. Можно отпускать.